54 тысячи человек вышли на городский субботник у Могилеве. Частенью у городе наводили предприемства, организации, громадские объединения. Працевали на значных для города социальных объектах, мемориальных комплексах, парках. С жаданием заработать территорию навокол больше тульной, до руху за частенью долучились и простые жихары. Як працевал у Могилеву, репортаж Кристины Каранкевич. Набережная Днепра, 9 годин раницы, суббота. Тут незвыкла для выходного дня кипить работа. У працовной вопроце и гумовых ботах административный корпус Могилева на чале со старшиней гарвыканкама закладывает сквер. Побач с местом, где знойдены фундамент Троицкой церкви, высаджено 40 древцов. Другой раз хочется взять лопату или косу, поработать, чтобы физически тоже получить какой-то заряд энергии для себя, потому что это важно. И мне с удовольствием вот такие работы я выполняю. Парадок у Могилеве почали наводить заходя. С 24 сакавика по 23 красавика ладится месячник уборки после зимы. На замацеванных территориях субъекты господарыня працевали и дагэтуль. Тому засталось, так бы мовить, навести марафет. Шпарка працевали у гэтый день на добраупорадкование дворовых территорий. За инициативой прибрать четвертую микрозону жыхары звернулися у Ленинское ЖРЭУ. Могилевчане працевали с энтузиазмом. Это наш двор, наша родина, поэтому мы убираем. Мы здесь живем, вот. Здесь наши дети, здесь наши родители. Кто, если не мы? Жить в чистоте приятно. Сложно работать? Да нет, свое удовольствие. Вышли бы еще? Конечно бы. А у Кастрышнинском районе разом с мясцовыми жихарами на субботнику працевал керовник администрации. Тут сбирали листья, мяли стежки и высадили 21 вишню. Радует, что когда мы начали работать, начали люди выходить и просить лопату. Хотели тоже поучаствовать. Мы как-то немножко не подрасчитали, взяли мало саженцев. Люди ценят то, что вот они сейчас уберут, наведут порядок, они это все берегут, они все это смотрят, они все это, ну, как бы сохраняют для себя, для детей, для внуков. Агульными намаганиями областный центр стал больше утульным и прыгожим. Теперь головное – чистыню заховать. Кристина Каранкевич, Александр Тарасов, Новина регион.